ребята, всем привет! Вы на канале Лаки Джеки. И сегодня предпоследний день адвент календаря. И завтра будет 31 декабря. И ночью придет Дед Мороз. Откроем 30-е. Я так долго его открываем предпоследний подарочек. Потому что 20-й он... Ой, 31-й будет лежать. Посмотрим, что там в середине. Открываем. Это самый один, наверное, из долгожданных дней. Ай, откроем уже. Фу. Еще один киндер. Это уже третий киндер в адвент-календаре, как я припоминаю. Так, давайте почитаем предпоследнее задание. Вывчите вирш про зиму на английский. Когда я его выучу, то я продолжу ролик. Пока-пока. Еще мы сделали вот такую прикольную тоже, скажем, кормушку. Ее можно из апельсина или мандарина. Лучше из мандарина, конечно, потому что шкарлупа... Лучше из апельсина. Апельсина, то есть. И оно так будет более... А почему лучше из апельсина? Потому что, во-первых, потому что оно очень маленькое, а во-вторых, потому что оно мягенькое, и оно может высыпаться. Повесим. Ну да, давай повесим. Да, я, наверное, какую-то готовлю в Мерсиле. Так, вот эту давайте. Много дерева, конечно. О, все, готова кормушка. Интересно, птицы придут или нет. И сейчас привесим еще другие, которые вы видели. Начнем вот как раз вот эти. Сейчас мы повесим на вот эти деревья. Смотрите, маленькое сердечко и большое. Там еще есть две другие. Давайте повесим первое маленькое. Давайте, я не знаю, давайте сюда вот первая попавшая веточка. Так, надеюсь, не упадет. Будет тут висеть. А вот большую, если она уже пришла. Может, на другое дерево? На другое, давай туда, на другое. Смотри, туда. Оно как раз не упадет. Так, наматываем, наматываем, наматываем. Так, еще чуть-чуть, и все, готово. И вот тут будет висеть такая прикольная кормушечка или сладость для птиц. Продолжим вешать остальные. Happy New Year to me. Happy New Year to you. Happy New Year to everyone. What I wish I do. Happy New Year. Goodbye.